поддержку ответственного родительства и крепкой счастливой семьи Якутское отделение общественного движения «Матери России» и целевой фонд будущих поколений впервые проводят республиканский телевизионный конкурс «Матери-дочери». Необычный и женственный конкурс приурочили к Международному дню девочек и Республиканскому дню матери. Дочка и мама – самый прочный союз двух любящих сердец. Это доказали участницы конкурса «Матери-дочери». Конкурс проходит в два тура. Сегодня в первом туре 8 семей из разных уголков республики продемонстрировали свои таланты, семейные традиции, совместные хобби с детьми. Спортивная и творческая семья Стуканевых из Алдана воспитанию дочери уделяет особое внимание. Девчонки замечательные, все спортсменки, все активистки, все хорошо учатся. Вот мы сейчас и танцуем, и поем. У нас вот была спортивная спартакиада по зимним видам спорта. Мы выступали, я и три девочки. И мы выступали в 6 видах, заняли 9 призовых мест. Интерес зрителей вызвал один из самых ярких этапов – кулинарный поединок. Хозяйки продемонстрировали свои кулинарные навыки и приготовили вкусные блюда из представленного набора продуктов. Секреты воспитания девочек матери раскрыли в блиц-опросе о семейных ценностях. Семья Босиковых из Северного Усть-Янского улуса, несмотря на отдаленность от Якутска, приехали на конкурс, чтобы поделиться своим опытом воспитания девочки. Моей дочери 13 лет. Воспитание все, которое то, что вот до 13 лет. Сейчас, можно сказать, я вывела в систему. Я поняла, что, оказывается, нужно заниматься ребенком не только даже с рождения, а до рождения. Мамы и дочери. Так много общего. Умение шить и создавать своими руками интересные изделия участницы продемонстрировали в конкурсе прикладного творчества. Какие красивые у них получаются поделки. Столько любви и нежности в этих работах. Цель нашего конкурса именно показать такую духовную связь, которая есть между мамой и девочкой, чтобы показать ее, повысить роль матери в воспитании девочек, показать, как наши девочки дома воспитываются, вот именно чтобы стать будущим, какие у них навыки есть. Сегодня вот кулинарный конкурс показал, что очень хорошие навыки у наших девочек. Финал конкурса состоится завтра в 12:30 в прямом эфире НВК «Саха». Победители конкурса будут награждены поездкой в Санкт-Петербург. Саргалана Федорова, Илья Жараев, НВК «Саха», Якутск.